Правда, не ожидала, но на всякий случай нарядилась. Актриса театра «Камерная сцена» Лариса Липунова не скрывает радости. Первая в ее жизни театральная премия «Самарская театральная муза» нашла свою героиню. Заветную статуэтку актриса получила за роль Любы в спектакле «Возвращение» по Платонову. Лариса помнит тот день, когда жюри пришло на просмотр. Все так суетились, а мне как-то было, не было какого-то такого, то что как же так, надо, наверное, получше, надо еще что-то. Я просто какое-то время забыла, что они в зале, и отдалась процессу. Церемония вручения Самарской театральной музы – это праздник жизни. Традиционно посещают не только актеры, работники театров и зрители, но и представители властей. Глава Самары Олег Фурсов вскрывает секретный конверт. В нем имя актрисы, победительницы в номинации «Лучшая женская работа второго плана в музыкальном театре». Это Юлия Макарова за партию Полины в «Пиковой даме». Ваш праздник, ваш конкурс способствует тому, чтобы самарские таланты или таланты, которые приехали в Самару, могли развиваться, могли демонстрировать свои навыки, свой профессионализм, сравнивать себя с другими территориями, с другими артистами и дарить нам искусство. Самарская театральная муза живет уже 21 год. Каждый раз члены жюри выбирают лучшую актрису, актера в музыкальном, драматическом и кукольном театрах. У жюри есть два спецприза, где они имеют право сочинить ту или другую номинацию, если они увидели, что она существует. И увидели, и существует. Лучшим спектаклем 2015 года был признан «Корабль дураков» театра-студии «Грань» из Новокуйбышевска. Марианна Мирная, Максим Гусев. События.